Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Я помню эту решеточку. Надо просто... Черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Первый пошел. Семен. Твою... Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину так к хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли. Закончим позже. Двигай, двигай. Так-то вроде он в норме, идет вполне нормально. Так, а это мы заныкаем. Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Надо так и сделать. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Это другое дело. Хотя, стоп. Вот так будет правильнее. Дебил. Thank you.
весело. Окей. С вас плюс. Так. Лучше всех осмотреть. Ух ты ж. Весело мы вас отстреляем сейчас. И что-то не совсем весело получается. Так, ладно, идем. Ты серьезно, что ли? Последнюю птичку. Видел чувака, которого они сейчас поймали? Нет. А кто это? Бурбон! Да ладно, хорош, что, правда? Ну, безбашенный перец. Идиот, вот он кто. Думал, выпить с нашим хозяином все ему простят? Но оно, может, так и было бы, если бы хозяин был прежний. Ха! Это точно. У нового-то шефа к Бурбону столько вопросов, что хоть иголки под ногти втыкай. Думаю, до утра бедняга не дотянет. Думаешь, правда пытать будет? Может, но это по настроению. Если лень будет, может просто мозги разнести. Неплохой вариант. Можешь вам мозги разнести. Так, как бы пройти? Уж я только одного вижу. Неплохо, неплохо. Ух ты ж. Да не, ничего. А ну чё там?
Ага. Отлично. Больше будет. Закрыто. Ну, что-то реально тут движняк какой-то. Чисто как упырь какой сюда чисто смотрит. Вроде никого, непонятно. Вы тупые. Блин. Yes. Это кто сейчас сказал? Yes.
Ладно, учтем. Забавно, что больше никто не услышит этого. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу! Это Одноглазый или Гонокор? Артём! Отлично. Да, серьезно? Ну класс. Ты еще кто? Можешь опустить свое оружие, юноша. Ладно. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Соглашусь. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Что ж, мудрое решение. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Такова уж судьба. Так. А Хан где? О, что так далеко уже? Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ, даже крыс нет. Они знают, что мы здесь. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Я знаю этот тоннель, а он знает меня. Пойдем. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой. Не выключай свет, иначе нам придется остаться тут навеки. Замри и смотри вперед. И что это было? Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. И я сказал «что». И чего мы ждем? Так. Мы должны обойти их. Не прикасайся к всему этому. Сосредоточься. Мама!
хотеть жути нагонять. Хотя, в принципе, так и надо. Чего мы ждем? Ну ладно, я чуток испугался. За разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Да уж. Идем же. В одном темпе идти. Замри и смотри вперед. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ема. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Само собой. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Так, это латиница. Раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио. Чё ты резко? Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Ну ладно. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались и рай, и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Да. Сосредоточься. На чем? На том, что сейчас кто-то выбьет дверь? Ага. Там становится все хуже.
Идем же. Сосредоточься. На чем на этот раз? Ты чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся им. Замри. Шаровая молния. Класс. Мы называем это аномалией. У нового мира новые болезни. На самом деле, она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Будь осторожен. Чудовища возвращаются. Это понятно. Где лесом? Они еще и там нет. Вот так оно и происходит. Живой пример. Только теперь мертвый. Прыгай на дрезину. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро.
благородная и важная миссия. Но думаешь ли ты, что люди полиса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? И не нужно отвечать. Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Станцию снова атакуют. Пойдем, юнош. Защитникам может понадобиться помощь. Хан! Сюда! Очередная атака? Да. Они прорвали внешнюю оборону. Тут все, кто выжил. Не надеюсь уже дожить до завтра. Откуда ползут чудовища? Как обычно. Из левого туннеля. И из перехода тоже. Мы отправили туда группу саперов, но они не вернулись. И взрыва не было. А больше нам некого послать. Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да, Артём? А с этой станцией судьба еще более безжалостна. Мы должны помочь. Конечно. Найди останки саперной группы. У них должна быть взрывчатка. Зайди в левый тоннель, так далеко, как сможешь. Установи мину и беги назад. Что касается перехода, его уже пытались обрушить, но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоворота. Постарайся закрыть их или взорвать. Я останусь с уцелевшими. Если тварей окажется слишком много, замани их на нашу позицию. Весело ничего не сказать. Пустой, как не идти. Прикажите идти, у меня 3 выстрела буквально осталось. Спасибо. Во как. Уже веселее. Бежим. Я ничего не вижу. Куда? Да неужели? Так. Или хотите сказать не все? Да вы что, серьезно, что ли?
Куда еще? Бегом! Аллилуйя! Большая битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Класс. Кузнецкий мост — независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. На чем тут держится вообще? Вот и все. Забирайся. Помни, все зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артем. И удачи тебе. Хорошая мотивация. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея Мастера, но он нашел меня первым. Что делать, если патронов нет? Считай вообще. Хорошо, хорошо. Эй, расслабься, это человек. Выключи свет. Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай. Это свободная станция. Спасибо. Но ты поосторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная.
Но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Понял. Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. А почему станции на латинице? Так, куда мы идем? А мне все, кириллица. Лицом к стене! Обыск! Да хватит, отстаньте! Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. За что? Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стреляй! Беги! Ах ты дрянь! Я их прикончу! За мной, парень! Хватайте ублюдков! Вперед, быстрее! Игра не позволяет быстрее. Ай, больно. Сюда! Стрелки чертовые, оступил, оступал. Черт, туда! Ой, нет! Стой, тварь! Я не верю в Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Да что со звуком? Красные ты же рядом. Сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Хорошо. Это гиперболизировано-то, однако. На каждом ходе блокпосты. Крысы не проскочат. А что с моей постелью? Эти гады наверняка охранили. Можешь осмотреть магазин. Купить, что тебе надо. Но не трать время зря. Поезд отойдет точно по расписанию. Тебя ждать он не станет. Окей. Так, мне нужны... Аптечки, фильтры, ножи. Набор туриста. Так. Аптечки... Надо бы. Средства от всех проблем. Так. Хозяйки на заметку. Угу. Рад, что мы договорились. Стоп, а фильтры есть? Вот эту штуку очень рекомендую. Нету. Ну и ладно. Серьезно? Налетай, разбирай. Так. Тюнинг, обмен, продажа. Нет. Ну и ладно. Мне патроны нужны. А я что-то их не наблюдаю. Пульки, спекулянт. Пульки. Меняем пульки. Так-с. Понадобится. Еще. Так. Еще и еще.
Так. Отличная сделка. Так, погоди, раз они у меня получаются одного сорта, а на что обменять моё? Погоди. Отличное оружие, не пожалеешь. И тебя берем. Пользоваться просто. Обмен и стреляешь. Это именно обмен или покупка? И совсем немного осталось. Так, ну дробаш у меня есть. Так, ну, револьвер тоже. Пользоваться да. просто. Берешь и стреляешь. Серьезно? Отличный курс. Так, ну, ладно. Обмен патронов. Рекомендация так. лучших специалистов. Ну да. Specialty. Все нормально, мужики. Он со мной. Давай, Артём, прыгай в яму. Ну? И? Что делать? То есть мне потом схватиться за эти доски? Али как? Артём, видишь там багажное отделение? Забирайся туда. Ага. О, как. Дмитрий Дубовский. Ну так что, мужики, двинули, а? Можно ли это считать product placement? Ведь по сути же товар реально существующий. А там вообще как безопасно? Не хотелось бы, чтобы его размазало по рельсам. Ну да, это тебе не могло на свое. Но если он останется на станции, то он точно труп. Потому что билет на Лубянку, он только в один конец. Жутко. Все нормально. Подбирайте. Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Удачи. Она мне понадобится. Интересно, а сейчас подобное можно считать дискредитацией? Все по местам. Ой, да ладно! Ты зачем в армию подался? Я пошел по политическим убеждениям. А как иначе? Я верю. Оно победит зло. Ну а ты как? Я. Ну из-за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной армии служил. А его отец еще в Советской армии был полковником. Традиция! Я вот... А ведь у фашистов наших деды тоже в Советской армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронташе черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты и мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем?
Ну, самоубийство — грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ты и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. А разве красные не атеисты?